Что ж, друзья, еще раз всем привет, доброго времени суток, вечера, где бы вы ни были. Star Ladder продолжается, Star серия продолжается, и мы сегодня примкнули к матчу Kingwin против Gamers 2. Единственная встреча на сегодня, но она уже производит фурор на самом-то деле. Уже в интернете широко обсуждают сейчас вот нынешнее поражение, текущее прям поражение этой команды, команды Kingwin в частности. Ну, вот причина, опять же... Причина, опять же, их поражения абсолютно непонятна многим, но, скорее всего, это действительно, да, проблема где-то с коммуникацией. Но атака у ребят на Dedaisty 2 была поставлена, они его взяли, сейчас перед ними стоит задача взять сайд-пик. И самое главное, наверное, то, что все-таки карту Декэш мы еще в их исполнении не видели, по крайней мере, я. Но они обыгрывали венгров недавно на ней со счетом 16-10 в рамках отборочных. Но также уступили соотечественникам, взяв всего лишь один раунд, а это показывает... Ну, не соотечественникам, а шведам, молодым и амбициозным. Ну и пока, как мы видим, на найф-раунде Kingwin'ам не везет. Капитально их всех почти нет. Все, есть равенство, было равенство. Но его здесь, собственно, отрабатывают G2 совершенно спокойно. Свеп просят сразу, начнут за защиту за удобную для себя сторону. Ну и сразу, наверное, перейдем к команде Gamers 2 и их результатам, друзья, последним. В BO3 серии они уступили команде Hellraisers буквально вот недавно, в сегодняшнем игровом вечере. И сейчас вот я пытаюсь найти для вас эту информацию, чтобы ее озвучить. Как же там это выглядело? Как же там это выглядело? Такс. Так, ну, что ж, касательно сегодняшних результатов команды, черт возьми, вот я пытаюсь зайти в их матчи, но не могу найти эту лигу, лучше, наверное, через Coverage. Как же она называется? Она называется Acer Predator Masters Лига. Ну и сразу обращаем внимание на результаты. Gamers 2, Hellraisers, интересный матч. Но вот давайте понаблюдаем, что же там было. Что ж, друзья, Gamers 2 взяли первую карту. И это была карта Mirage. Они весьма убедительно расправились со шерами. 16-8 в сегодняшнем матче вечера. А вот на карте The Train взяли 3 раунда, 3 раунда взяли на кэш. Короче, с кэшем здесь непонятно, и сказать что-то будет сейчас очень-очень тяжело. Тем не менее, обратим, наверное, свой взор индивидуально на команду и посмотрим, какие карты вообще команда катает. Друзья, Mirage является основной картой польского коллектива. 33% матчей они проводят на ней, но 25% проводят на кэше. Соответственно, Dusty 2 играют 11%, 13% Cobblestone, 9% Overpass. Тройник они черкают, скорее всего, как Overpass и карту Dust 2. Ну, здесь они ее были готовы играть отчасти. Напомню вам, друзья, что это вторая карта. Вторая карта, и в этой группе, скажем так, решается судьба того, кто же отправится играть вообще с верхней части сетки. Это, кстати, не группа А, как нам показал титр. Это группа D, и мы об этом знаем, а вот кто-то нет. Ну и в этом групповом этапе примечателен следующий факт, что Envis уже в шаге от вылета из чемпионата. Чемпионы прошлого сезона. Они будут играть с командой Undefined, которую, возможно, по слухам, сейчас должна подписать организация SK Gaming. Если верить слухам, то они уже ездили в офис в Германию и, возможно, договаривались о сотрудничестве друг с другом, что ШСК команда богатая, но шведские коллективы к ним пока не идут. Я уже объяснял на первой карте, почему. Что ж, ну и Kingwin на карте The Cash выглядят тоже, в принципе, весьма интересно за атаку. Уже наблюдается от них весьма специфический стиль игры с степом под B-плент. Это не что бы вы подумали, это какой-то... нонсенс, вот как для меня. И поляки здесь тоже дают жару, при том, что отдали все ключевые позиции. Есть игрок на каплях, именно он должен давать разменную инициативу, но Маузини не справляется со своей ролью. В который раз, кстати, спешу заметить, и при попытке прохода под Б-план также гибнет иноцент. Ну, идеально стреляют Kingwin'ы в этой ситуации. Ну, карта The Cash, друзья, она вообще, ну, позволительно выгодна для Kingwin все-таки. На ней и миксом удобно играть, и командой удобно играть. Ну, а вот какой уровень здесь будет у Г2, пока не ясно. Ну, если пикали, должны быть уверены в своем пике ребята из Польши. Тем не менее, первая карта, по-моему, которую взяли поляки, была... Ой, первая карта была пиком Kingwin'ов, и на ней они не справились. Опять же, на овертайме очень-очень долго.
Так, я напомню, друзья, что читаю Twitter в прямом эфире. twitter.com/slfmtv. Меня здесь задают интересные вопросы. Вот видишь ли ты смысл брать игровую клавиатуру? Какие плюсы лично для тебя в ней, например? Дело привычки, любая клавиатура, но вот Asus Echelon мне последнее, что вот довелось попробовать, очень понравилось, но потом у меня ее забрали и дали мне клавиатуру Strix, которая мне тоже очень нравится, но Echelon покруче будет. Поэтому если будешь покупать, бери что-то вот с механическими клавишами, без всякого экшена и понтов. Небольшой совет. Так. Ну что ж, халдят ребята из команды Kingwin. Очень долго, очень потно, очень нудно. И чем это закончится, пока для меня лишь загадка. Так, ну и момент истины на наших с вами экранах. Выход на аплент от игроков команды. Ого, друзья, Маузиньо в пленте справляется с тремя игроками. Атаки ловит всех в линию и берет этот раунд. Самый, наверное, знаете, вот не то чтобы опасный игрок этой команды, но сейчас он действительно совершил трагическое, я не знаю, трагическое убийство своих оппонентов. Еще раз, друзья, повтор. Повтор в исполнении Маузиньо, парень, который... Ну, вот много игровых моментов негативных, связанных с ним после первой карты. И здесь, наконец-то, он себя показал. Это говорит о том, что сейчас все-таки команда в сборе. Тем не менее, друзья, поляки, взяв пистолетный раунд, снова попадают под тот же самый степ-плей под Б-плент. И кингвины ловят тайминг, выход на Б. Начинается все с убедительного приема, но Маузиньо на этот раз ошибается. Вот, знаете, ему, по-моему, надо играть на А-пленте, а не на Б. А также ему стоит играть на Б-пленте, а не на А, например, в... Ну, например, на Дасте 2, и проблем бы столько не было. Что ж, 2 Тек-9, бомба упала, бомбу провтыкали ребята из Kingwin. И пока что один в пленте, это Фоксирис, дает нормальное количество демейджа, но оставляет своего тиммейта Макелеле одного. Его уже сейчас услышали на каплях, игра с Вентрумом. От экземы не будет такой невзрачной. Посмотрите, как он тут прямо хочет в этот угол посмотреть, понимая, что там может быть польский игрок. Но после второго дыма, по-моему, он может забыть об этом. Что ж, попытка захода на Вентрум. Один красный за девяткой. Врыв с прифайером от экзема. Есть минус. Но сплентай на цент моментально закрывает. И бомба действительно комфортно упала для польской команды. 2-1. 2-1, пока что все нормально. Что ж, читаем дальше ваши комментарии, друзья. Привет из Тюмени, пофиксить ингейм звук. Друзья, вот где-то в том раунде бегал и фиксил, потому что мы здесь пробуем с ним, экспериментируем немножко. Надеюсь, что сейчас все нормально, приносим извинения за неудобство. Простите, пожалуйста, за это. Тем временем, кстати, вроде в рамках CV Hellraiser сегодня выступает с командой Publicis RSE. Тоже один интересный матч намечается у этих ребят. Ну, второй за вечер. Что ж, 2-1. 2-1, и глоки в руках коллектива Kingwin. По-моему, здесь все должно закончиться без особых проблем. Ну, цель. Для команды Kingwin цель в первую очередь должна оправдывать средства. Пока это не так, но цель здесь, по-моему, проста. Дать ответ, ответ по картам и попытаться поработать хоть где-то местами в свою пользу. Что ж, 3-1. 3-1, очень хорошее начало от Gamers2, друзья. Напомню вам, что на первой карте события разворачивались примерно так же. В каком плане также? Хорошее начало было. Пистолетный раунд. Первый девайсный, второй девайсный раунд. Team Kingwin там едва-едва стояли на ногах, не могли принять ни одного выхода на длину. Но потом все-таки здравый смысл к этим ребятам пришел. Они поймали свою волну и совершенно уверенно показали. Ну, показали в оставшихся раундах уверенный КС. Тем не менее, во второй половине их смогли поднагнуть немножко поляки и
Все дело довели до овертайма, и Кингвины, к сожалению, при счете 15-14 там уже ничего не смогли сделать, потому что были без денег, ну и безоружны. Что ж, начало, друзья, заходы на центр от Кингвин с целью атаки Б-плантай. Вендрум уже просочились, и на центр пропускает. Моменталки также успевают кидать ребята из польской команды, но Маузиню снова не уловил волну нападения и не понял, что это не один человек. Ситуация в меньшинстве, но благодаря вот этому минусу против Спера у Кингвин появляется шанс в численном равенстве разыграть под Б-плен до контакта. Идет подготовка. Подготовка по всем фронтам. Жесткая флешка в респаун. Минск уже стягивается. И геймерс Цу не готовы играть на ретейк сразу. Они дают платформу для действий команде Кингвин. Зачем? Просто непонятно, когда есть и дым, и две флешки. Но они у Миниска. Миниск сабежит. Да, все правильно. Не было флешек, поэтому врывы не сыграли. Все логично, но вот Миниск пошел к своим тиммейтам, и вместо того, чтобы сыграть на ретейк, будет довольствоваться... Ну, на ретейк где-то агрессивно, будет довольствоваться ролью суппорта, а потом уже ему предстоит размениваться. Скайтен, перехват инициативы после первой агрессии. Правда, в ответ Миниск начинает играть один на один против скрима. Он полностью потерял своего соперника. Бомба стоит на вентрум в угол, и 3 секунды до конца дефуза бомбы. Для скрима, как видим, для скрима, как видим, это проблем вообще никаких не составляет. Он более чем уверенно справляется со своим оппонентом, забирая его в спину. Ну и тут Маус должен был, конечно, для себя помарочку на эту бомбу точно поставить. Кстати, не знает, сколько хп. Скорее всего, дефузил, думая, что тот будет сейвить, но, опять же, друзья, скрим борется до конца. Опять же, неоднозначная личность в современном Counter-Strike. Жаль, с одной стороны, этого парня. Ну, по нескольким причинам. Во-первых, начинал он в CSGO играть сразу с стариной Озом. Чувак, которому 33 года, это Оз-страйкер. И первый опыт его командной игры в CSGO был в составе команды Imaginary. Оз-страйкер, Эйкер, Шокс, Скрим и, по-моему, был Узи, Кевин Вернелл. Но, как мы все знаем, Узи сидит в бане, Фокси тоже. В общем, была насыщенная французская сцена, осталось, почти ничего не осталось. Что ж, Кингвин, скаловой прием на центре, выпад под флеш через смоки, дымовая завеса пройдена, но Сметла готовится ретейк и на центре реализует свой кольт. 4 в 3, меньшинство продолжает преследовать на каждом шагу их оппонентов, чуть-чуть не дожимает по стрельбе. Кингвина при выходе на план зигзага нет суппорта, это проблема. Это проблема, скрим нет, не включился, бельгийцы успокаивает все тот же иноцент, который, начиная с Медла, прошел до Апланта, и Кингвины даже не подумали продвинуться в сторону Б или хотя бы просто попытаться занять зига очень быстро Аплент. Ну, плохо с координацией. Плохо с координацией и, возможно, с коммуникацией. Потому что, вот, например, если сравнивать... Да, мы не можем просто их ни с кем сравнивать. Опять же, причина банально, проста. Эти ребята, друзья, эти ребята... играют свои первые официальные матчи. У них было слишком мало времени на тренировки. Кстати, я бы попросил режиссеров нажать таб в конце этого раунда на длительное время, чтобы заценить, какой пинг у игроков, потому что мне его действительно пока не видно. Но это весьма интересный факт. Мне просто хочется понимания. Да, 48 Фоксири, 79 Скайта. Но ой-ой-ой-ой-ой, друзья. 58 у Иноцента, 30 Минис, 37 Мичу, 35 Маузиньо. Ну, есть где-то местами преимущество, но почему у Скайтена пинг 76? Абсолютно непонятно. Какой сервер, тоже абсолютно непонятно. Скорее всего, что-то датское, может быть, шведский. Но, опять же, экзем и пинг 30 на шведском 30-50, это как-то неоправданно. Но не будем загадывать. В целом, у обеих команд комфортная ситуация, балансная. Вот раньше в CSGO была, вернее, раньше в 1.6 была такая штучка, как latency, которая показывала общий пинг для команды и средний value этого пинга. Вот здесь этой штуки нету, поэтому... Ну, в целом, по цифрам, вроде как 50 на 50. Так что в комфортной обстановке играют Gamers2, также и Kingwin. Так, ну, вот... Еще один момент про Кингвинов хотелось бы выделить, вот их медленный стиль игры, что, в принципе, такому составу, своим звездами, это, по-моему, очень как-то даже не на руку. Вот, ну, когда их дожидаются, они становятся лакомым кусочком. Так, что ж, Минис забрал бомбу, вместе с ним с пятачка очень четко сыграл его тиммейт, но Фоксирис до последнего боролся и даже поднаказал чуть-чуть Аплен. Тем не менее, на табло мы видим 2-5, и Кингвин пока что слегка в пролете, а вот Геймерс Цу продолжают наращивать. И по-другому это даже не назвать. Минус деньги в стане команды ТК. И им предстоит сыграть дигл раунд. Рейн на дигле. П-50
P250. Ни одного тека я не вижу здесь. Это вообще... Это новая эра КС. Маузиньо без флешки попробует отыграть. Бэплэнд. Ой, хороший трипл. Ну, в сете. И вместе в паре с ним Спера помогает, позволяя забрать последнего игрока нападения. Это Мейкелели. Маус наконец-то оторвался. Минус 4, но... Поменяйте ему плент. Черт возьми, этот парень в пистолетном раунде совершил невероятный экшен. Снова смотрим за приемом этого эка. Ну, вот безответственность, невнимательность. Казалось бы, со стороны Кингвин, но проблема здесь проще. Здесь ничего этого не было. Здесь просто не было гранат, чтобы нормально сыграть против Интрума. И позиция была под инфой. Что ж, вторая попытка. Ну, даже третья, наверное, попытка. Это можно назвать, взять раунд коллективом из... Европы. Ого-го-го! Вот эта парочка присела! Эпичная флешка, накинутая для Мичу, становится очередной гигантской проблемой для всех оставшихся тиммейтов Скайтена и Рейна. Скримы Келели и Фоксирис в очень сложной ситуации сами загнали себя в угол. Опять же, друзья, никогда не занимайте так мейн. Вот в мейне фишка в том, что должен один чувак стоять вообще издали. Один должен быть у ящика, чтобы в случае чего был как минимум размен. Но здесь не позволили ни позиции. Боже, посмотрите, как Спирой себя уверенно чувствует на точке. Он и попростреливал там, и убил здесь. И на цент. Последний минус в раунде, 7-2, друзья. И мы с вами видим, что все-таки у Team Kingwin огромные проблемы с пониманием даже вот банального захода пода. Ну, один чувак занимает по левой стенке, второй просто ждет. Просто ждет. Влетает флешка. Первый прячется за ящик, пока в блайнде, если она внезапно. Хотя здесь, знаете, здесь еще какая флешка, если посмотреть. Потому что для Мичу накинули какую-то вообще фантастическую, что сразу двое было в блайнде перед входом. И был ли оправдан вот риск поляка на этот врыв, тоже непонятно. Но, тем не менее, два фрага он принес. Хотя, я думаю, ожидал увидеть только один. Что ж, матч продолжается. Матч продолжается. Кингвин показывает сейчас раскидку. Поздние флешки для выхода на апленд. Но здесь гибкие молотовы от защиты просто не запускают до красного ящика. Позиция, которая осталась без внимания. Посмотрите, какая задница произошла с Кингвинами. Мейкелели простреливал дверь, зная, что там соперник. В итоге убил Скрима в голову, который убил как раз-таки этого соперника. И Кингвин тут полностью потеряли нить к игре. Но изюминка раунда все еще есть. В живых остается Мейкелели. И он должен сейчас отомстить за своих тиммейтов. Его загоняют в угол. Игра против двойки. Ошибка в стрельбе небольшая. Чуть-чуть не хватает, чтобы убить игрока на тракторе. Два в одного. Два в одного. Игроки защиты сели твердо на свои пятые точки в ожидании экшена от Мейкелели. Ну и у него здесь нет выбора. Надо открываться, надо выходить. Он это делает. И Спера совершенно спокойно его забирает. 8-2. Какой фатальный провал мы с вами только что увидели. Вот с этой дверью просто батюшки. Прям я даже не знаю. Мне уже жалко Кингвин. Очень жалко. Ну, Карвалол. Так, можно включить саб-мод, потому что неинтересно смотреть. Друзья, включите саб-мод, пожалуйста, в чате Twitch TV, уважаемые модераторы, я даже сам это сделаю. Опс, и все. Матч продолжается. Матч продолжается, и меня спрашивают, какое у тебя звание в CSGO. А у меня нет звания в CSGO. Да, поздно здесь, конечно, экземпры иноцентов вспомнил, но тем не менее... Тем не менее, мидл он здесь не выключил, и у Кингвин очередные проблемы на важном раунде. Очень важном. В случае его поражения, по-моему, они должны остаться без денег. Но геймер 100, отдав этот раунд, тоже могут потерпеть в экономике, и следующий девайс не будет плохой. Скайтен! Хороший выход на Б-плент, но здесь Мауза пропускают. Маус, ой-ой-ой, кончаются патроны, но успевает переключиться на П-250. Выцеливается в голову, получает опять же тимплейную... Боже, как поляки хороши. Вот у них действительно все отработано. Мауза из безвыходной ситуации, без поддержки не отпустили. Понимали, что будет отдаваться, накинули флеш, и вот он третий минус. Но всегда приятно так играть. И это про, знаете, про польский КС прямо сейчас. 9-2. Вот Маузиньо, конечно, подразобрался. Что ж, слайд-шоу под Б мы здесь не видим. Опять же, выход на апленд готовится коллективом из европейской солянки. А вот от геймерс ту слишком много агрессии мы увидели прямо сейчас. И, как видим, товарищ
Иноцент не справляется с задачей. Зато посмотрите, что творит Минис вообще. Ну вот он на морозе ставит халявный хедшот в Макелеле. Тут приходит Мищу, Маузинью, понимает Кингвина, что надо выходить. Но выходить поздно, Молотов смог, и, как видим, Кингвина все-таки вовремя прогнали. Ну, они заполучили один девайс, и самое время попытаться отыграть именно от него. Подсадка Скрима. Кстати, достается он именно Скриму не просто так. Сейчас надежда вся на его аим в ситуации 3 в 3. Численное равенство на карте, но у польского коллектива из-за агрессии на пленте сейчас появляется информация. Опять же, Мичу, как видим, поджимает полностью под мейн. Скрим это дело... Мичу идет на шифте, Скрим это дело не чекает. Понимают здесь ребята из Gamers 2, что мог остаться один в засаде. И Скрим вместе с Рейном сейчас идут на какую-то безумную авантюру. Они попробуют выйти. А, нет, здесь успел Мичу, авантюры не будет. А я-то думал, все-таки мы увидим шоу. Маус, боже мой. Прогнал своей флешкой соперника, аж испугался, не поняв, где он находится. Тем не менее, все правильно, да, интуиция тебя не подводит, друг мой. 10-2. 10-2, и команда Gamers 2 начинает, как бы это неловко ни звучало, издеваться над своими соперниками. Но шансы все еще есть, друзья, шансы все еще есть на 5 раундов. И сейчас самая главная задача для Team Kingvin это за оставшиеся 3 попытаться зайти хоть на один плент и удержать бомбу. Потому что все раунды заканчиваются на попытках захода в точку. Вот самого захода нет, попытка есть, но начало снова плохое. Португальский снайпер теряется в игре против позиции Б плента с пера. Ну, хорошая ВП, абсолютно дефолтно, непонятно, чем думал сейчас португалец, когда играл так. Хотя, на самом деле, он, наверное, думал, то, что он отстрелит, но не справился, спера застал врасплох. А может быть, игрок с Вентрума привлек к себе чуть больше внимания, португальский парень растерялся. Но в живых еще та самая эпичная боевая четверка с Кайтен, Майкелеле, Рейн, Скрим, и сейчас вся надежда на этих ребят. У Скрима, кстати, АВП, который он подобрал. А вот Миниск решил устроить операцию «Поворот». Поворот не туда, как я понял, но сразу же терпит фиаско. В ответ Скайтон его не отпускает. Ну и Кингвин пытаются скоординировать свои действия. Скорее всего, попробуют отыграть что-то нестандартное. И посмотрите, да, устраивает дымовую завесу на центре, но вот... Вы знаете, у Gamers 2, друзья, здесь, по-моему, какая-то аура... Аура, не знаю, вот понимания. Аура понимания этой карты. 99-й левел плюс, потому что как только... Они потеряли преимущественно выгодные позиции в аркаде. Сразу же нарисовался тот самый Мичу, который занял этот супербокс и закрыл всю атаку на центре. И даже здесь они понимают действия Скрима. Но стрельба бельгийца здесь будет действительно ключевой. Бельгиец, выход в плент. Должен здесь подавить, по-моему, своего соперника. Это спера, перестрелка, пистолет против АКМа. Волнуется Скрим, видно, что волнуется. Мышка дергается, пытается найтись. Боже, поляки от него просто убегают. Разваливает кабину и на центр в девятке. Вот это трэш, друзья, но спера на отходе. Под 9 умудряется попасть. Последние пули в бельгийца. 11-2. И снова все на волосок от смерти. Заканчивается для команды Gamers 2, но в их пользу. И Кингвин все еще с двумя раундами в атаке. Печалька. Просто печалька. Ну, самое время сыграть что-то простое и стандартное, потому что по-другому не получается. Ну, Gamers 2, по-моему, поймав свою волну, вот сейчас могут чуть подрасслабиться и все-таки какие-то раунды вырвать из них удастся. Что ж. Один с двери, два человека будут играть подсадку. Просто дефолтная расстановка сил. Опять же, поджимы у Gamers 2 уже не работают, потому что мейн не занимали. Но излишняя агрессия может быть неоправданной. Что ж, зазевался на центре, но справился со Скримом. Тем не менее, по чеку собрался. 4 в 3. Так, один игрок под вентилем. И, в принципе, от него сейчас может развиваться атака. Его пытается здесь выбить иноцент. Это удается сделать. Экзем падает. И Скайтен, пробравшийся в спину, становится как бы здесь... О! Сюрпризом для Gamers 2. Миниска дает апленд 3 в 2. Ну и меньшинство разыграть здесь шансы достаточно хорошие. Ну, причина проста. По факту они стоят сейчас 2 в 2. Снайпера можно сразу выключать, потому что, опять-таки, вот мобильности от него не будет. И раннего ретейка против Скайтена не было. Все-таки поляки здесь чуть-чуть облажались, ну, разрешив команде Кингвина свободно действовать. Ну и линейное выбивание с одной стороны действует. Никто не пытается оббегать, а это, как говорится, петля на шею. И после этого счет становится 11-3. Поздравляем команду Кингвин с тем, что они начинают потихоньку просыпаться.
Ну вот, опять же, здесь поляки допустили пару ошибок, да и то все выглядело железно. Минск не ожидал, что Скайтон зайдет в дверь. И, опять же, координатор команды Кингвин просто сделал им этот раунд. Это исходя из того, что мы с вами здесь увидели. Вот что будет дальше, покажет последний раунд первой половины. Вообще, хорошая команда должна брать последний раунд. И Спера пока показывает Скриму, что он из хорошей команды. Что ж, бельгиец прощается с жизнью. Теперь на его позиции с АВП будет играть господин Рикардо, он же Фоксирис. Мичу, как видим, зааркадил мейн. Снова сбор инфы от поляков по их же инициативе. Но позднее занятие мейна будет от Экзема. Экзем. Хороший хедшот. Мейн закрывается дымом, и Кингвин понимает, что слоу-плей здесь может перестать работать. Просто не факт, что сейчас второй не пойдет аркадить в мейн, это большая проблема. Очень большая проблема. Что ж, 4 в 4, и Кингвин готовит ловушку на центре. Правда, там, если верить карте, есть один чекающий, вроде бы один в вентруме. И вот перекрестный огонь может здесь все поставить на свои места. Так, Скайтон свалился с подсадки. Случайно, говорит. Случайно я подсади еще раз, брат. Ну и симметричное относительно занятия мидла. Прострелы, опять же, цемента, но игрок зигзага не отпускает до последнего. Ну, тут уже можно идти до конца, это понимает иноцент, но он играет без флешки и огневой поддержки. В итоге ему перекрывают кислород, зигзаг открыт, но попытка дальнейшего прохода тормозит семениска моего ВП на пятачке. Тем не менее, дым позволяет атаке играть максимально гибко. И увидим ли мы сейчас комфортный выход, я не знаю. Майкелеле, да, будут давить пятачок, попытка выцепить. Спера с крачки запирает. Минис пытается вот в этой ситуации хоть как-то выкрутиться, но его не отпускает совершенно спокойно с угла. Идти-то там некуда, и в итоге мы видим с вами вполне себе хороший выход, но, боже мой, Майкелеле! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не убивает снайпера, Скрим пишет good health, и это действительно хорошая половина для команды Gamers Team. Они, наверное, будут рады этим словам. Что ж, друзья, twitter.com/sl4mtv, читаю ваши сообщения там вот прямо сейчас. И, знаете, вот попрошу режиссера нашего еще раз вывести коэффициенты на этот матч на CSGO Lounge. Просто попрошу это сделать. И вот я бы хотел увидеть те 43% людей, которые сейчас, наверное, просто вот рыдают. И не то, что рыдают, но они обиделись. Это будет, знаете, вот Кингвин могут повторить историю в сообществе, как команда Hellraisers. Это типа, не ставьте на нас скины. Не ставьте. Не надо. Не стоит. Тем не менее, пока команда не сыграла на лане, выводы о ней делать все равно не будем, какие-то заключительные. Но в интернете они пока показывают стабильные для своей солянки КС. Так, ну тут что-то задумались Кингвины. Хороший хедшот от Скайтона. А вот это мы уже с вами видели. Посмотрите, бомба как встала. Ой-ой-ой-ой-ой. Вспомните карту Dust 2, когда 5 в 5 выбивания пытались оформить ребята из Кингвины. Сейчас у них такая же ситуация, только они в преимуществе на одного игрока. А тут Tech9. Тут Tech9 Спера. Бог ты мой, что он делает, друзья? 3 в 3, плен запер молотовым. Подожгли бомбу с первого. Вот это Tech9. 13-3. Никакого пистолетного раунда для Team Kingvin. Свой пик Gamers 2 намерены забрать железно. Вот этот Tech9 они точно не забудут. Да, Спера, конечно, постарался на максимум. Повтор на ваших экранах, друзья, в исполнении этого игрока. Ну, грубо сыграл. Но самое главное, запрыгнув на красный ящик, он дал инфу, то, что все находятся в пленте. Его тиммейты уже просто сказали ему, дерись как лев до конца. В итоге квадрохилл в первом пистолетном. И команда Кингвин становится для себя в неловкой. Ну, остается в неловкой ситуации. И сейчас у них все очень-очень плохо. Так, что ж, под Б уже чисто. Укрепление апплента. Маузинью отчета знает. Что-то знает этот парень. И продолжает простреливать. Экшена под Б по-прежнему нету. Бомба лежит в центре. Б чекается вообще с респа игроками атаки. Хераси, вот это он ему сейчас разрядил вообще. Эмоциональная разрядка продолжается, но Маус после халявного минуса сам становится жертвой халявного юспа от Фоксириса. И поляки, походу, решили без разведки на Б выходить снова до контакта на А. Ну, тут уже последствия. Тут уже последствия. Но последствия пока помогает избежать иноцент, минис, все. Ну, знаете, вот 50 на 50 сейчас была ситуация для Gamers 2. Если бы они заходили чуть раньше на, то их бы ждал 4 юспа и 5 суппорт. С одной-двумя флешками. Было бы люто.
Так, а завтра матч Титан-Хеллрейзер. Что о нем думаешь? Друзья, завтра мы будем думать о завтрашних матчах. Мы будем общаться уже завтра. Опять же, напишу подробный анонс. Обязательно напишу свои ожидания в паблике. vk.com/slfmtv. Немножко аналитики для вас. А вот завтрашние матчи, да, действительно, они будут интересны. Завтра будет замес на Старладдере. И мы с Юрой обязательно будем комментировать эти встречи вместе. Матчи будут очень интересными. Ну, завтра также, если я не ошибаюсь, Fnatic Virtus.pro будут играть аж в 6 вечера. И Dignitas... Ну, это в рамках фрагбайта. Dignitas с лузером VP Fnatic. Сочный день. Но B1. Что ж, попытка выхода на Plant 2 Gamers 2. Ну, они уже здесь... Количество раундов им позволяет, по сути это дело делать ветер, ходить куда хочешь, но, опять же, они вот разыгрывают весьма гибко. Видели подсадку, да? Вот такого иногда ребята из Кингвин не ожидают увидеть. Тем не менее, размен не в пользу Gamers 2. Не смогли отыграть против бельгийца. Майкелели уже сумел перехватить инициативу и перейти на неожидаемую позицию на балконе. И туда даже Gamers 2 просто не смотрят. Ну, Маузиню по инфе 1 в 2. Планте скрим стрейфится. Второй игрок также попытается отыграть сейчас с балкона. Но тут либо парное выбивание, либо трагедия будет. Так, ну что ж, сыграет ли балкон, пока не ясно. Пока не ясно, но без риска стараются стоять на своем. Эти ребята, балкон, хедшот, плент 1 на 1. Нет, скрим не отпускает в этом раунде. Это, по-моему, трипл килл, да, трипл килл на девайсном. Ну и ошибка команды Gamers 2 здесь очевидно. Просто не убили пятачок и в итоге оставались всегда в неудобной для себя ситуации. Теряли информационный контроль постоянно. Тем не менее, деньги им сейчас позволяют сделать форсбай. И один игрок должен остаться с пистолетом. И что они будут делать? Да, они будут делать форсбай, черт возьми. Один тэк-найн... 3 АКМ, 1 Галилор у Мичу в руках. И эта атака может стать для Gamers 2 действительно самой ключевой. Кстати, друзья, они сейчас находятся в двух раундах от прохода во второй групповой этап SLTV Star Series, где уже продолжат выступать в матчах за слот. И если вдруг они каким-то чудом смогут это сделать и выйти к нам на LAN-финалы, мы будем рады видеть этих парней на нашей площадке в Киевке Киберспорт-арене. Чек на Твиттер. 4 часа ночи поставил на Кингвин свои последние скины на 5 баксов. Ну что поделать, спрашивай теперь со скрима. Пиши скриму, говори привет, брат. My friend. Не удалось отыграть до контакта, тем не менее не расстраиваются Gamers 2, потому что миниску достается наконец-то КМ. Что ж, ну, счет 14-4. Счет 14-4 очень сложный. С моральной точки зрения для игроков из команды. Для игроков из команды Team Kingwin. Ну, на самом деле, первая карта. Первая карта должна была все-таки достаться, я думаю, ребятам, вот новому составу кингвиновскому. Ну, видно было, что готовились на Dust 2. Скорее всего, пути коммуникации искали там. А пока ситуация с разменом на плинте. И вот не очень гибко себя сейчас проявил скрим в очередной раз, тем не менее, потел на максимум, но оставил Фоксириса доигрывать 1 в 2. Неловкий клатч, опять же, мало хп. Слишком мало хп у Фоксириса, чтобы здесь вытащить. И здесь, соответственно, без шансов. Еще и в смог приходится выходить, когда, казалось бы, все закрыто. Что ж, друзья, 15-4, и Gamers 2 могут дальше плясать. И делать все, что хотят, без исполнения. Так, что-то мне тут пишет чувак с ником Дилан в Твиттере. Дилан. Не Билан, а Дилан. И пишет что-то... Что-то вот вообще на польском языке. Или он поляк и пишет это на русском транслитом английскими буквами. Но выглядит это все очень-очень как-то не так себе. Так, выбегаю с горячим чайником из кухни, чтобы увидеть, с чего такие крики от слэма. Вот вам и 3 часа ночи. Ну, в Киеве час 15, друзья. В Киеве час 15, не переживаем.
Ну что ж, геймерс тур, раунды контакта в аплен. Здесь засада, они не знают, каждая позиция играет. Ну вот эта вот башенка Рейн плюс скрим сыграла, по-моему, идеально, но в ответ сразу же есть размен от иноцента. Попытка прохода плента, Мэйхилели, реализация дигла, подъема КМа, и Музиню играет с ошибкой на центре, отпуская Скайтена. Численное преимущество за игроками защиты, бомбу нужно еще забрать, чтобы уйти, но уйти здесь некуда, это понимают игроки команды Gamers2. Тем не менее, ситуация удобная для розыгрыша. Два на каре, инфа для Мауза, по-моему, более чем очевидная, но он боится играть агрессивно, потому что есть плент. Отвлекается на плент, спрейдаун, но с плента экшена нету, Скайтен. Ну, подхват должен быть, Мэйхилели в пленте, должен делать минус, Музиньо забирает кар, 2 в 2, проход в плент, и вот все, прочекали, кроме этого парня в пленте, самое, вот, он никуда по таймингу там не мог уйти, не мог он зайти на пятачок, ты же все видел, чувак, ты же все видел, и Маус с центра видел, что прохода не было, куда вы смотрели, это провал для Gamers2, но счет 15-5. Счет 15-5, а это значит, что Тэкнайны идут опять. Что ж, Мэйхилели, друзья, на ваших экранах и последние секунды раунда, где он просто застает врасплох без единого шанса бомб кэрри его тиммейта. Ну, на самом деле, сначала тиммейта, а потом бомб кэрри. Ну и дальше поляки намерены, по-моему, просто быстренько слиться. Да, да, это получилось. Но они позволили набрать Кингвин экономику. Если моральная составляющая этой команды после сегодняшних встреч еще осталась, то сейчас можно попытаться подраться за камбэк, и ребята из Кингвин это понимают. Если бы все было так плохо, как нам кажется на табло, то мы бы не увидели. Мы бы не увидели ответочки вот такой на пистолетах. Тем не менее, это шанс. Это шанс для этих ребят, друзья, и... Выигрывая в этом раунде, они снова сбивают с польской команды экономику и могут попробовать отыграть на счет где-то 15-8-15-9 выйти. Но главный замес начнется при счете 15-10, если, конечно, кингвины до этого доживут. Четыре подряд могут выбить из колеи попытки нападения от Gamers2. Ну, тут еще должен сыграть фактор игрока, чтобы каждый из кингвинов мог действительно показывать свой КС. Чтобы не было каких-то рамок, чтобы каждый мог играть относительно понимания ситуации. Ну и тренер в этот момент должен не зевать. Получится, не получится, не ясно. Пока серия ошибок на центре, но Фоксири скрим. И, в общем-то, отыграли весьма малодушно по отношению к своим оппонентам. Спокойненько расправляются, ну, со всеми польскими игроками. Остался только Маус, а его позиция известна. Два на цементе, боже, дайте ему гранату, он бы сейчас убил двоих, но... Ему надо играть до контакта, 1-1, и... Ой-ой-ой-ой-ой, Мэйхилели, ну 8 хп. Одна бы пуля, это было БГГ, в итоге 15-7 на табло, друзья. Все-таки борьба будет продолжаться до последнего. Просто до последнего. Ну и велика вероятность того, что мы здесь увидим с вами камбэк. Такое может быть. Что ж, друзья, ребята из HellRaiser сегодня, кстати, на ЦВ лиге спокойно обыграли... Публицисерс СЕ со счетом 2-0 по картам. Ну и Титаны также обыграли Existence. Это соревновательные результаты параллельные пока. Gamers2 проводит не особо внятно экономический. 15-8. Ну вот так вот каждый раунд. 15-8, 15-9, 15-15. А потом овертаймы. Проблемы будут. Нужно, чтобы иноцент проснулся. Опять же, кстати, иноцента зовут Павел. Поэтому Павел должен сейчас в лучших традициях собраться. Но посмотрим, как отыграют. Так, и раунд на плент. Ну, это уже как-то слишком банально. И к такому... Ну, такое должно приниматься. Молотов Винтрум. И давайте посмотрим на раскидку дымов в пленте. Что вообще закроется. А вот это плохо, они закрыли проход в плент, они будут врываться с дыма, это понятно, но опять же пятачок без инфы остается. А, так тут фишка в том, что три типа проходят зигзага и никто, вот это ретейк от Кингвин, друзья, вот это было вовремя, ой-ой-ой. Тройка игроков, которая должна была вскрыть без шансов аплент, становится жертвой грубого тимплея и качественных флешек со стороны команды Кингвин. На зиге запирается вся эта атака. Ну и Маузиньо может здесь уже бежать сейвить свой АК, потому что денег опять не будет. Ака нет денег, тогда все сложно, тяжело и малодушно. Ого, вот это поворот, друзья. Просто поворот.
Ну, 1 в 3. 300 хп против 100 хп, 200 хп против 100 хп. Ну, тут маус полностью, по-моему, потерялся. Он даже не понимает, что в зиге уже было укрепление. Ну и мы видим, собственно говоря, сейчас на табло счет 15-9, а это как... Это как-никак хорошая заявка. Очень хорошая. Ну что ж. Попытка атаки на эко-раунде, уважаемые друзья, со стороны польской команды. При счете 15-9. Снова раскидка, все то же самое. Ну, позиция Рейна, в принципе, дает сейчас вообще полное понимание того, с чего все начнется. И будет очень тяжело полякам. Они тут еще, ну да, вообще красавцы. Вот, знаете, я не понимаю поляков, что первых, что вторых. Я и про Virtus.pro, и про команду Gamers2. Вот у Virtus.pro буквально недавно на лане, была такая же ситуация. Они раскидали против Fnatic на кэше вот так же, просто плент, а вышли туда, и из всех трех человек, которые выходили с двери, знаете, все куда смотрели? Сначала налево, а потом уже никуда не смотрели. И здесь было то же самое. И вот зачем смотреть налево и не чекать пятачок, абсолютно не ясно. Когда на мейне лежит дым, и инфы тебе стопроцентные не дадут. Это, вот, знаете, по-моему, они действительно слизывают друг у друга и провалы, и успехи, и фишки, и расклады. А это как никогда, ну, может подвести тебя в нужной ситуации. И вот именно в прошлом раунде была нужная ситуация. Экономики нету. И уже в меньшинстве, уже за 11 раунд будут бороться Кингвины. И, по-моему, это вот будут вторые овертаймы на второй карте. Вот что мне кажется. Потому что ровно в таких же кондициях, на мой взгляд, находится сейчас Кингвина. Тут еще и с атакой немножко не зашло. Ну, провалили. Все, провалили, можно сказать, выход. Потеряли весь активный стэк. Посмотрите, здесь еще 3-4 человека на Б. Боже, ну, 1 в 2. 1 в 2, миниск. 2 икс в раунде. Игра против девятки. Третий поджал с Вентрума. Ну, бомба, конечно, упала в самой... В самой обломной... позиции, и миниск здесь действительно больше жертвы, чем победитель или клатч тащер, потому что шансов у него на выход в этом раунде никаких нет. Тем не менее, он не отчаивается и борется до последнего. Флешка. Флешка падает за спину, но он в блайнде не видит девятку. Не видит девятку, видит девятку. Дает хедшот 1 на 1. Но норвежец здесь не должен отпускать миниска. Времени 17 секунд. Катастрофически мало. Подбирается бомба. Норвежец на выпаде реализует свой кольт. Счет становится 15-11. И опасная ситуация достается команде Gamers2 в минус мораль уж точно. Что ж, 15-11, друзья, и с очередной бай после непоставленной бомбы с плохой экономикой начало прокладывает Рикарду Пачеку, забирая на Б-планте Миниска, с которым, кстати, вот на Б-планте он играл в первой половине не против Миниска, а против Инноцента. Ну и смогут ли Кингвины дойти до овертаймов? Пока все шло к этому. Пока собранность команды Кингвин действительно выглядела строгой и вызывала восхищение. Ну, если бы были зрители в зале, то это были бы овации, как минимум. Но Gamers2 решили сыграть степлеем. Они больше не практикуют быстрые раунды, что, в принципе, походу ставят в тупичок неловкий тактический команду Кингвин. Они не знают, с какой стороны ждать. Они не знают, откуда ждать. И у них нет ни одного аркадного игрока и ни одной опасной, ну или выгодной для себя позиции на инфу, кроме Вентрума, который уже взломали. Ого! Инноцент аккуратно прочекал, спрейдаун. Все, игрок защиты становится обезврежен. Он сидит в Вентруме. Приступает к атаке Апланта. Рисковый момент. Рисковый момент. Несколько раундов они не проходили скрима. На этот раз на пятачок никто не смотрит, но на пятачке никого. Оба игрока в пленте. Рейн не оправдывает ожиданий своего тиммейта. Молотов в пленте практически сжигает сперва, но бомба успевает встать. И численное равенство на карте. Но у ребят из Кингвин Фоксири становится немобильным. И... Куда они по одному бегут, вообще непонятно. Скайтен в пленте просто обманул сам себя. Майкелели, неужели это будет ГГ? И это ГГ в ситуации 1 на 1. И здесь Gamers2 одерживают убедительную победу. Тяжелый раунд в их исполнении. Просто жесть. Ну и
До счета 16-11, друзья, до счета 16-11 парни из Кингвин смогли дотянуть. Ну, стоит, наверное, теперь уже как открытый факт признать, что проблема с коммуникацией действительно колоссальная у этих парней. Кингвин, кстати, обеспечили себе место в нижней части сетки. Они встретятся с победителем. Сетку поменяйте, пожалуйста. Ну, вот что вы показываете нам. Спасибо большое. И сетки нету. В общем, команда Кингвин будет играть с победителем пары Envis и экс Копенгаген Вульфс. А вот ребята из польского коллектива Gamers 2 выходят из группы SL TV Star Series. Из первого группового попадают во второй групповой этап. И это, несомненно, плюс. Ну, осталась судьба лишь второго места. Что ж, проходные матчи, друзья, завтрашнего игрового дня. Hellraiser's Titan. Матч, по-моему, за выход с первого места из группы. Да, действительно, матч за выход с первого места из группы. Та же самая ситуация, что и здесь. Второй встречей на завтрашний игровой день, если я не ошибаюсь, будет матч команды Na'Vi Flipside. Опять же, они будут завтра бороться за выход также с первого места из группы. Друзья, группа А доступна на нашем сайте ksgo.stralador.tv. Вся информация по группе Б и по группе С и по группе Д тоже. Ну и первый групповой этап SL TV Star Series все-таки показывает, что фавориты, они как были фаворитами, так и остались. И никакой, ну, никакой неожиданности здесь никто не преподнес, разве что вот показали себя с наилучшей стороны LDLC White, которые, в свою очередь, вчера попрощались с ивентом. Хорошо себя показали поляки из Zenshock, которые, возможно, не пройдут во второй групповой этап, потому что им придется бороться либо с Na'Vi, либо с Flipside, но вы сами знаете, с кем они встретятся, и там, может быть, будет шанс. А вот Кингвинов жалко, Кингвинов действительно жалко, тем не менее, они молодцы. Свой пик они почти выиграли, но почти не считается это КС. Друзья, с вами был Слэм. Всем всего наилучшего. Спокойной ночи. Чего бы всего хорошего. Увидимся с вами завтра. И завтра два жарких матча SL TV Star Series.